Учащиеся школ Веневского района Тульской области побывали в селе Хавки, где располагается построенный в 1751 году храм Рождества Пресвятой Богородицы. Дети приехали, чтобы приложиться к пребывающей в храме иконе с частицей мощей святого праведного воина Федора Ушакова и принять участие в соборной молитве. Мы сюда приехали, нашу воскресную школу, для того, чтобы преклониться к мощам Федора Ушакова. И здорово, что мы еще попали на литургию и богослужение. По завершении богослужения и рассказа об истории храма, проведенного Риммой Бариновой, педагогом воскресной школы Иоанна Пречистенского храма города Венева, школьники поделились полученными знаниями и впечатлениями. Я рад, что в нашем храме есть такие мощи покровителя военного флота. Все мы, люди, защищаем нашу Родину, и все когда-нибудь пойдем служить в армию. И вот всегда перед армией стоит подходить к мощам именно вот таких вот покровителей, как Федора Ушакова. Я хочу, чтобы все знали историю нашей России, и что Федор – это полководец, и что он стал святым. Федор Ушаков – знаменитый адмирал. Он жертвовал средства на нищих, тем, у кого денег не было. Он строил храмы за свои средства. Он служил адмиралом и побеждал во всех войнах. И во всем Федору Ушакову помогал Бог. Я очень рада. Я прилазилась к мощам. Я приеду домой и расскажу маме и папе и братику.